Тренировка мальчишек 2008 года рождения в Дюшор Динамо в самом разгаре. На льду нет ни одной свободной минуты, кроме тех, что дает тренер. Отдышаться, попить воды и дать новое задание. Когда шайба пошла взорваться, первым касанием принимаем, вторым отдаем. Отдаем раньше, потому что вот этот баллончик, соответственно, вы должны обыгрывать вот этот баллончик. Дмитрий Лисов в лучших динамовских традициях требует от каждого работать на полную. Не только потому, что так принято, но и потому, что идет подготовка к 13-му розыгрышу Кубка «Газпромнефти». Это совсем другой уровень и другие требования. Дай паузу, взорвись, пас! Все на скорости работает, на взрыве. Направление поменяли. Ой-ой-ой! Защитники, не будьте пассивны. Вот вам пример. СМ здорово играет в обороне. Здорово. Ваша задача отбирать шайбу. Бичило, отбирать. Кубок «Газпромнефти» – событие нерядовое и бывает у юных хоккеистов только раз в жизни. Поэтому и готовятся к нему не только физически и тактически, но и психологически. Это здесь, на своей тренировочной площадке, все привычно и знакомо. Любой вопрос помогут решить тренеры и родители. Есть время даже на танцы. А там, в Сочи, все будет иначе. Для всех в команде это первый выезд на турнир такого масштаба. Но в этом и суть. Ведь считается, что именно в возрасте 10-11 лет многие определяются, заниматься хоккеем дальше или нет. После Кубка «Газпромнефти» сделать выбор в пользу любимой игры намного проще. С психологической точки зрения, конечно, он полезен. Потому что игра при полных трибунах, при поддержке такого количества зрителей, она для них важна. Это для них, наверное, все-таки будет первый такой опыт. Ну, первый опыт, как всегда, он самый важный, он запомнится на всю жизнь. Поэтому, конечно, нельзя недооценивать этот турнир. Когда мы выйдем на первый матч, будет непривычно, потому что будет много болельщиков, и открытие турнира будет очень красивое. Будет, конечно, там как-то круто, не очень привычно, но надо будет собраться и быть полностью в игре. Такого масштаба у нас турнир будет первый, очень много болельщиков будет, первый матч будет очень сложно, но мы соберемся и все хорошо будет. Шансы у нас есть все, и побороться мы можем. А «Динамо» – это семья и команда сплоченная. В этом году в турнире примут участие команды из 10 стран мира, что станет очередным рекордом Кубка «Газпромнефти». Игры пройдут с 22 по 26 апреля. Динамовцы вылетают в Сочи 21 числа и надеются побороться за победу. Знают не только свои сильные и слабые стороны, но и соперников. Пашем, бросаем, забиваем и на «Газпром» готовимся. На «Газпроме» все команды сильные и надо показывать свой уровень и всех побеждать. Там будет очень трудно, там будут наши враги ЦСКА и «Витязь». Восьмой год сильный. Вообще, восьмой год мальчишки очень сильные. Подольск у нас, первое место на чемпионате Москвы занимает Подольск. Соответственно, и «Витязь», и «Динамо», и ЦСКА, и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Очень серьезные команды. Очевидно, что команда 2008 года рождения амбициозна и уже неплохо подготовлена. Тренер не сомневается, «Динамо» выступит достойно. У нас план только на первое место, на другие места у нас никаких вариантов нет. Будем стремиться только на первое место, и все. За счет силы воли, желания забить гол и не трусить. Выйдем и соберемся, настроимся, тренер поможет. Сами поможем друг другу. Возьмем всю силу в кулак и дадим, ну, можно сказать, отпор. Едем только побеждать. Мальчишки настроены, мальчишки готовы, мальчишки показали, доказали. Не только на первенстве Москвы, но и на турнирах, на которых мы принимали участие. Что не то, что готовы биться, а едем за первым местом. Настрой тренера передается и игрокам. Правда, у мальчишек свои аргументы. Играем сначала от обороны и в нападающие. Ну, можно сказать, на втором дыхании. То есть, когда сначала отоборонялись и сразу нападение. Все пятерки дружные, все хорошо. У нас есть забивные нападающие, есть, ну, можно сказать, быстрые. Есть думающие, играющие за счет техники. И все это складывается в один сильный кулак.
очень хорошие игроки и в обороне, и в атаке, и в вратаре. Так что шансы у нас очень большие. На каждой тренировке стараемся выкладываться, чтобы на «Газпроме» показать себя в очень хорошей форме. С таким настроением, сомнений нет, ни одной игры «Динамо» без боя никому не отдаст. Поэтому желаем мальчишкам не терять этой уверенности в своих силах и показать в Сочи свой лучший хоккей. Большая красавица. Как всегда, первая игра у всех хорошая, а вторая, когда тебя выпускают, ты начинаешь волноваться, и, бывает, не получается. Это у всех бывает.